Стальные мышцы, стальной характер. Магнитогорские спортсмены покорили два крупнейших соревнования по пауэрлифтингу. Ксения Перевозова стала второй на первенстве Европы. Старты проходили в ноябре в Литве. Девушка соревновалась в классическом трейборе. В итоге получила не только медаль, но и установила новый рекорд России в приседаниях. К слову, автором предыдущего является она же. Тяжелее всего настроиться на первый. И тяжелее всего по физическим показателям это третий. Потому что третий – это уже самый максимальный вес, который ты можешь поднять. А может, и не можешь. Это как раз-таки и это твои волнения, что ты не знаешь, получится у тебя это или нет. Другую медаль на уже чемпионата России завоевал Константин Гирин. К слову, он и тренирует Ксению. Кроме того, продолжает сам выступать на соревнованиях. В ноябре на всероссийских состязаниях по жиму лежа мужчина поднялся на первую ступень пьедестала. Он стал абсолютным победителем. На данном этапе, вот именно когда я выступал, это был для меня на тот момент самый, ну, как бы предельный результат, то есть вот эти 207,5. Вот. А, скажем так, в дальнейшем я планирую как бы пожать еще больше. Отмечу, что сейчас у Ксении время отдыха, а вот ее тренер уже готовится к следующим стартам, ближайшие в феврале. Константин Гирин планирует выступить на чемпионате УРФО.